сначала. Для инвалида. Я инвалид. Внимание! Подходим на регистрацию, регистрируемся. Пока есть еще свободные, хорошие номера. Какой номер? 12. Can I hold you one last time? Fight this fear that is growing in my mind. Что, поймал? Женщин не будет, где кипит работа? Как настрой? Отлично. Так, любители, можете тренироваться.
Нет. Профессионал. Подожди, еще не готово. Так, а где показывают? В интернете. Не хотим. Загораться не будем? Сказал, что приедет. Я жарко, я не хочу. Санька! Мусор, Сань! Видишь это? Да нет? А у меня, кстати, Наташа. Наташа, у меня велик, конечно. Можно я дать ему? Теперь проблема у нас. Это так, один круг проехать, второй круг такой. А что, ты показывай трассу будешь, Саша? Да. Давай покажем. А что не можем гнибель засунуть? Только что ж качали колесо, а не можем. Так я говорю, не быстро, когда мы все, все в норме, не можем засунуть. Колесо скрыли. Ну а так что, они же как раз женщины с два круга едут, да? Женщины с два круга едут? Вы поедем здесь, что заедите. Ваня, Дим, Дима, руку посмотри, поранил. Слышишь? Ключик? Да, мне кажется, ему нравится. Внимание, кто еще не зарегистрировался, подходим, регистрируемся. А то скоро поезд отправляется. Кавунцы форевер? Да. Предел поставить. Нет. Следующий этап это уже снизу. Ага. Все наверх. Шестая? Да. Ее вымыло. Очень страшно. Да, что котик будет ездить. Хотя, так выставь. Выставь. Ну вот, вот один, вот второй. Ну, включаю сейчас пятую, упор подогнал, и как бы ты ни крутил ручку, ты выше. Внимание, участники, через 5 минут осмотр трассы экспертов на корпус. О, сразу карьера зажимает.
Внимание, райдеры, любители, пожалуйста, можете приготовиться на старт, через 5 минут старт. Номера 7, 13, 5, 12, 2, 40. Никого не забыли? Еще Борис хочет приехать. Любители, у вас 6 человек, вы будете стартовать один за одним через 30 секунд. Там примерно столько же. Стартуем в таком порядке. 7, 13, 5, 12, 2, 40. Если желаете, чтобы вас кто-то поддержал за седло, ну, можете договориться, чтобы не стартовать с ноги, а стартовать с коня. Это пожелание. Лен, тебя поддержать за седло. Мне кажется, на 103. Давай, я буду на газульке стоять, на тормозах такой. Да не, просто такой будет держать, короче, меня. Я вот так понимаю, Любители, пожалуйста, постройтесь на старте. Потому что старт через 30 секунд один за одним. Ну, слушайте за объявлением судьи. Вань. И скажи, в каком он порядке выстроиться, чтобы удобнее было. А что это за? Внимание, о, приехал не то. Борис! Будешь сейчас? Любители! Да. Да. Что? А вон, меточка натянута. Перка будет. Так какие перцы еще, Паша, затратуйте больше. Я любителя все. Давай, Саш. Нормально по времени ты все сложил. Тебе пока. Будет у тебя желтая майка. На трассу. Не пошутся за меня.
встречная. Так, ты куда-то? Я начал снимать, она утекла. Я просто хотела собрать. А если кто-то зацепит? Таня. Мы сегодня не в форме. Таня. Надо снимать, он это... Давай, давай, давай. Осторожно. Едем. Все вот. Я не... А он услышал? Это что? Нет, Шопарь, иди сюда. Заднюю прочь. Шлем, давай вас спать. Да нет, шлем. Чтобы никто не мешал. Давайте найдем, пожалуйста, девушек сейчас фотографируют. Да, Женя поняла. А мать тяжелая. Смотрим в черный нижний фотоаппарат. И загадочную улыбку всех победителей. Давайте вы попробуйте обойти время. Да, вы можете посмотреть. Да куда пошел? Ну куда пошел? Это ты в экспертах? Красавец. Надо же Пожалуйста, эксперты, приготовьтесь. Первая четверка. Можете строиться на финише. Можно старт. 10, 14, 1, 27. Таков порядок старта. Старт 30 секунд. Тем более песня рассчитана строго на 50 секунд. За это время ты должен поехать.
Ай-я. Thank you.
Точка. Или здесь, точка. Или там. Точка. Только здесь и падает. Ага. Это же самое интересное. Да, на меня уже один чудес. Вот не проехал. Красавчик. Хорошо. Что он уже вообще расслаблен. Блять, жалко, я его продавал, конечно, как обычно, с дизайном. Я первый раз выпустил. Пошел, 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 пошел. Не рискуй. Thank you.
камера поймал, там взяли, Первый финишер, внимательно, 18 номер. Давай, 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 молодец, молодец. 2:34. 17 номер. Отходим, отходим. 3:18. Ну это там не сейчас, еще чуть-чуть будет. 3:18. Пожалуйста, освободите трассу. Что с 13? Я потерял. Да, все же не жирный. Я потерял. Я же тебе говорил, что трасса запомнил. Да. Тем более, по-моему, это Я не считал вот эти минуты, кто там засекал. Посмотрели вот эти последние, уже вычислили. Вот посмотрел, говорит, я не верю, вот это тут было 7 минут. Это нереально было. 4 круга за 7 минут. Ай, да, вот. Вот это вот. 5 номер. Ребята, у номера был все. Да. У номера было уже 4. Это мы записали почему, потому что удостовериться, что там человек правильно. Просто записал. Давай, 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 давай. Молодец, молодец. Можете немножко отдохнуть, расслабиться, потанцевать рок-н-ролльчик, хорошо? Сейчас проведем подсчет времени и объявим все результаты. Отдыхайте, пожалуйста.
Помните, там Боярский пел: «О, наконец настал за час». Ну, пожалуйста, можете подтягиваться, будет происходить кульминация сводейства. Кружок сделать, да? Да. Можете так стать красиво. Последний заезд был дети. За второе место в городских соревнованиях кросс-кантри сила спорта среди детей награждается пыльник Роман. За первое место в городских соревнованиях кросс-кантри Яромский Игнатов. А он его катает, он уже не накатался. Игнат! А услышал, услышал. А ну быстрее сюда. Он заканчивает. Он гонку заканчивает. 21-й год. Он гонку не заканчивает. Не спеши, нормально так, спокойно. Он сейчас повернет и поедет. Гонка закончилась. Слишком. Главное, что эффект. Успели снять? Да. Все более становится популярным кросс-кантри среди девушек. Наверное, в следующий раз их будет 4. А в следующий раз 5. За третье место награждается Коваль Анатолий. Ну, соответственно, Прокопенко Елена, второе место. А просто вышла из дома заняться нечем было. Нет, мусор выносил. За хлебом сходил. Как полезно мусор выносить, да? Первое место. Пацаны. Пацаны. За третье место награждается Лещук. Запасник.
Первое место в городских соревнованиях кросс-кантри спорта среди любителей. Месяц. Я не знаю, может быть, какие-то слухи не цепляют, не знаю, чтобы изменить результат. Третье место – Медведев. Песня. Скажите, как его зовут? Сам что говорит? Большое спасибо организаторам, всем, кто пришел и потратил время. Пожалуйста, можно приглашать всех на Украинах, на рынках, на школьниках, на бэмиках. Да, да, на сегодня все, но вы можете потусить, но не разбегать. Можете пообщаться, это будет много пользы. Спасибо. Говорили, да мы устали, да мы устали. Да, мы реально устали. Вчера этот самый. Ты красавец. Трактора не работают. А мы подали, что там все закинули? А ты какой, ты третий? Ваши копали. Копали, копали, все копали. На кашу не купили. Мне потеряли, а сейчас пока не вдвоем. Отлично. Натали! Там она уже. Первый класс. Первый класс. Время пока не нужно.